доктора кота. Зео, переключи на новостной канал. Хватит играть в игры. Иди помоги мне. Да, да, да. Ха! Не догонишь, не догонишь! Мы быстрее тебя! Мы быстрее тебя! Микроб! Ну ты чего так долго, а? Давай догоняй нас, ползешь как космическая черепаха! Что? Ничего не понятно! Что ты там сказал? Нет! Ха, ну ты точно космическая черепаха! Слишком, слишком быстро! Вью! Yeah! Пупырчатый тормози, там метеорит! Мы сейчас врежемся! Не могу! Авария! Операция спасения. Я мистер полицейский. Кия! Я знаю приемы карате. Всем, всем оставаться на своих местах. Без паники! Оставайтесь на своих местах и никому не двигаться! Сейчас позову доктора кота, и он поможет твоим глазкам, дитя мое! Здравствуйте! Доктор кот, алло, алло, алло! Здравствуйте, Мурмяу, я вас слушаю. Это полиция. Скажите, доктор, вы уже слышали про затопленную планету? Да, я только что смотрел новости.
А что случилось? Планету затопило газировкой. Она попала в глаза детям, и теперь у детей щипят глаза. Нам очень срочно нужна ваша помощь. Прилетайте скорее, Кия! Да, хорошо, хорошо, я понял. Мурмяу, я срочно вылетаю. Скоро, малыш мой, очень скоро. А я даже вас почти не вижу. Не так, доктор скоро будет, а я пока подержу тебя за руку, чтоб ты не волновалась, хорошо? Хорошо, хорошо. Медицинский осмотр. Мурмяу, Мурмяу, здравствуйте, а вот и я. Что у вас здесь произошло? Здравствуйте, доктор. Мы вас очень-очень ждали. У малышей щипят глаза от липкой газировки, и они совсем ничего не видят. У меня щипят глаза, доктор. Доктор. Да, помогите, доктор, пожалуйста. Сделайте что-нибудь. Так, хорошо, хорошо. Я понял. Давайте сейчас промоем глазки, и сразу станет лучше, хорошо? Вот чистая салфеточка. И вода. Промываем. Ой, я, кажется, начинаю что-то видеть. Да, больше ничего не щипит. Я все вижу. Спасибо вам большое, доктор. И глазки больше совсем не болят. Нужно помыть планету чистой водой. Уборка. А вот и чистая вода. И раз, и два, и три. Все смывай на своем пути. У-ху! Ура! Вафа! Кия! Миссия выполнена. Планета чистая. Ваф! Здорово! Ой, как здорово! Здорово, ничего липкого больше нет. Ой, хорошо, хорошо, доктор. Ура, ура! Мы отмыли планету от газировочки. Спасибо большое, мистер полицейский. И спасибо большое вам, доктор. Спасибо всем, кто помогал. Я! А теперь, друзья, мне пора расследовать это дело. Всем пока-пока. И, кстати, звоните, если что-нибудь снова случится. 112. Номер очень простой. Звоните. Ваш мистер полицейский. Честь имею. Уф! Мурмяу, дорогие мои, я рад, что я помог вам справиться с газированным потопом. И теперь... я могу спокойно вернуться к себе на планету и помогать другим пациентам. Но на прощание я, как всегда, расскажу вам очень интересный рецепт. Секретный рецепт. Сегодня я расскажу вам, как готовить вкусные и полезные коктейли. Обязательно попросите взрослых вам помочь. Берите свои самые любимые фрукты. Яблочки, груши, бананы, вишню и киви. Мой любимый коктейль из груши и черники. Тщательно помойте их и промокните салфеткой. Фрукты нужно нарезать и убрать косточки. Кусочки фруктов кладем в блендер и измельчаем. Получается вкусный и полезный коктейль. Наливаем напиток в стакан, и вот коктейль готов! А вы знаете, что вкусные коктейли можно готовить не только из фруктов, но и из овощей. Попробуйте смешать огурец, мяту и яблоко. Получится, ну, очень красивый и зеленый сок. Вам понравилось? Сегодня мы с вами узнали, как приготовить вкусный и полезный коктейль. И узнали, что нельзя летать слишком быстро. Можно врезаться в комету. Пишите ваши комментарии. Что вам понравилось больше всего? Ставьте лайки, жмите на колокольчик. До новых встреч!